Здравствуйте, ребята. Сегодня у пожарных большой праздник. Сегодня 370 лет пожарной охране. В связи с этим на площади Ленина мы проводим небольшую такую экскурсию. Показываем пожарную технику, спасательный весь инструмент, все, чем мы работаем. В Керченском пожарно-спасательном гарнизоне 4 пожарно-спасательные части, отдельный пожарно-спасательный пост, который открылся вчера на мосту. Конкретно люди будут выполнять у нас там задачи по обеспечению безопасности на транспортном переходе Керчь-Тамань. На мосту люди будут выполнять свои задачи как и на автомобиле у них будет, так и на таком вот прекрасном мотоцикле. Мотоцикл очень мощный, новейшей марки Honda. Разгоняется до 100 километров за 3 секунды. Оборудован первичными средствами пожаротушения. Вот огнетушители вы видите. Сотрудник, который управляет этой техникой, обязательно должен находиться у нас в специальной защитной одежде. Обязательно у него есть такая вот каска, как и у любого мотоцикла. Вы знаете, да, что по правилам дорожного движения садиться за мотоцикл без каски ни в коем случае нельзя. И несмотря на то, что все пожарные это супермены, все равно должны пользоваться такими вот средствами. Значит, есть такие кейсы, есть оборудование также со средствами тушения. Здесь есть баллоны, в которых находится воздух. С этой стороны и с этой. Один баллон нагнетает давление, чтобы подать под напором, огнетушащее вещество, которое здесь находится, количество 20 литров. Другой баллон, заправлен воздухом, к которому подключена маска, чтобы пожарный мог зайти, например, в горящий автобус, в любое помещение, где есть дым, и в течение 20 минут он может выполнять свои задачи, быть включенным в аппарат, и не переживать за свое здоровье, так как воздух у него будет поступать из этого баллона.